Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Страница 67, упражнение номер 6. Вычислим. 6 километров минус 380 метров. 6 километров 6 тысяч метров. 6 тысяч вычитаем. 380 у нас получается 5 километров и 620 метров. 7 тонн минус 450 килограмм. В одной тонне 1000 килограмм. В 7 тоннах 7000 килограмм. У нас получается, вычитаем 450 килограмм, получается 6 тонн 550 килограмм. 10 метров квадратных минус 3 метра минус 89 сантиметров. Берем 1 метр, остается 2 метра, и 100 сантиметров вычитаем 89. Получается 2 метра 11 сантиметров. 5 килограмм минус 820 грамм. Из 5 килограмм берем 1 килограмм, то есть 1000 грамм вычитаем 820. Получается 180, получается 4 килограмма 180 граммов. 10 метров квадратных минус 75 дециметров квадратных. Берем 1 метр квадратный, остается 9 метров квадратных, и в метре квадратном 100 дециметров квадратных. Из 100 дециметров квадратных вычитаем 75 дециметров квадратных. Остается 25 дециметров квадратных. 12 дециметров квадратных. Минус 48 сантиметров квадратных. Берем 1 дециметр квадратный, это 100 сантиметров квадратных. Вычитаем 48. Остается 52 сантиметра квадратных. И если мы взяли 12 дециметров квадратных 1, то у нас осталось 11 дециметров квадратных и 52 сантиметра квадратных. По цифре 2, 16 часов минус 8 часов. Это получается 8 часов. 25 секунд минус 6 секунд. Получается 19 секунд. 2 минуты минус 30 секунд. Берем 1 минуту. Это 60 секунд. Вычитаем 30. Остается 30 секунд. 1 минута 30 секунд. 4 часа вычитаем 55 минут. В 1 часу 60 минут. Остается 3 часа. 60 минус 55 – 5 минут. 2 суток минус 10 часов. В 1 сутках 24 часа. В 2 сутках 48 часов. Минус 10 остается 38 часов. Или 1 сутки и 14 часов. Двое суток минус 30 минут. У нас останутся одни сутки, потому что одни сутки мы заняли. 23 часа, потому что мы из одних сутков взяли 1 час. И из этого часа мы вычли 30 минут, и 30 минут осталось. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.